На фасаде здания Дворца спорта «Шахтер» увековечили имена погибших защитников Донецкой Народной Республики, спортсменов Федора Муштранова и Радомира Гусева. Сегодня мы открываем мемориальные доски героям, которые положили свою жизнь за свободу и независимость нашего государства, нашей республики. Федор Муштранов, Радомир Гусев. Я хорошо знал Федора Муштранова с самого начала событий «Русской весны». Он откликнулся и боролся за то, чтобы наш Донбасс был самостоятельный и защищал от власти, от попыток агрессии со стороны Киева здесь. Вот, знаете, это очень важно, сохранение памяти о героях очень важно, потому что есть такая народная мудрость, что только звезды вечны и песни о героях, потому что, погибая, герои передают следующему поколению жажду подвига. Вот, и это, в первую очередь, конечно, очень важно для всей нашей республики, для ее будущего, сохранять память о наших героях. Кто, как не отец, может рассказать, каким был его ребенок? Игорь Гусев и Валерий Муштранов поделились своими воспоминаниями о погибших сыновьях. Мой сын на Майданах не прыгал, учился, тренировался до последнего. Ну, когда под город подошли, он просто взял автомат и стал в строй. Он не совершил, может, каких-либо подвигов, но то, что он не убежал, а просто встал в строй и стоял там, где должен был, стоял по приказу, там и остался стоять, не убежал ничего. И в этом его доблесть солдатская. Боевой путь моего сына был очень короткий. Он пришел в подразделение «Оплот» 9 июля 2014 года. А 13 августа его уже хоронили. Он прошел там подготовку, участвовал в группах быстрого реагирование, ездил по Донецку, так как полиции тогда не было, присматривали за порядки. А потом в поселке Широкое, это, на выезде, на стеле, ну, погиб под украинскими градами. Принимал активное участие в подготовке и операции. Всегда заботился о своих подчиненных. Всегда первым заходил в бой, последним выходил. Был заботливым и чутким. Это как его черта характера, которую он пронес через всю свою жизнь. Память, конечно, о нем будет всегда в наших сердцах. Такие люди не умирают. Они остаются всегда в памяти. На них всегда равняются. Это для каждого должно быть как маяк, на кого равняться и с кого брать пример. Да, он пошел в 96-м году, 14 лет, заниматься спортом. Это как бы поздновато, но он уже к 18 годам он получил мастера спорта, выступал на Украине, катался очень много по странам Советского Союза, ну, выезжал и в Австралию. У него были как бы дружеские отношения с Костей Дзю. И в Сиднее он выиграл там кубок Костей Дзю. А затем он занимался профессионально и выступал за Россию по профессиональному боксу. Торжественного слова лидера сообщества «Новороссия» Павла Губарева началось мероприятие, приуроченное открытию памятных досок, посвященных героям республики. Своим беззаветным служением своей родной земле, своему народу они покинули этот мир самым лучшим для человека, для мужчины способом, отдав жизни свои за други своя. И в связи с этим у нас есть две, повторяю, священных обязанности. Первое, что мы им должны за их подвиг, за их ратный подвиг, это помнить о них. И второе, помня о них, мы должны осознавать, что их души, они смотрят на нас. И в связи с этим мы каждый свой день должны жить так, жить осознавая, что они смотрят на нас. И каждый свой поступок, каждое свое слово, каждое свое действие соизмерять с этим знанием. В завершении мероприятия присутствующие возложили цветы к памятным доскам парней, которые в возрасте 32 и 19 лет погибли, защищая Родину. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.